Вчера стали известны подробности соглашения по предоставлению Греции очередного транша финансовой помощи. Еврогруппа согласилась на новое снижение для Греции процентных ставок по займам, на продление до 30 лет сроков погашения долгов, на отсрочку до 10 лет процентных выплат из Европейского фонда стабилизации. На этом фоне оптимизм, с которым евро начал азиатские торги вторника, помог единой валюте протестировать на подъеме четырехнедельный максимум – 1.3009. Впрочем, учитывая, что фактор Греции был уже в полной мере учтен в цене валюты, а новых позитивных сообщений из Европы инвесторы не ожидали, развить дальнейшее движение евро-доллару не удалось. Зато негатив сумело добавить выступление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле. Он заявил, что выделение средств – это последняя уступка Греции, и новые займы страна не получит. После того, как эти слова дошли до рынка, пара не смогла удержаться на вершине и начала откат, потеряв на снижении 84 пункта и зафиксировав дневной минимум на отметке 1.2915. Таким образом, на вчерашних торгах вновь реализовался классический принцип трейдеров – покупай на слухах, продавай на фактах. В ходе американской сессии пара прекратила всякую активность и торговалась в узком ценовом диапазоне, вблизи достигнутого минимума. В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.2874, 1.2825 и, возможно, к 1.28.